Всем привет, с вами снова я, ВДВ. И мы будем открывать кейски с Клэш Рояля. Поехали. Как у меня много голды. Подкраем вот эти королевские кейсы. Тут они крутятся. О, мне выпало бы. О, что? Ух, я вообще беру и так. Вижу, я вообще беру. Йога. Это продадим, что ли? Что у меня такое? Не знаю, у меня есть карта. Но я, по-моему, помню, я выбивал. Беги. Что я не мог. А, вот эти точки тут они означают. Есть у меня, значит, это есть. Просто не знаю, чей-то аккаунт взял. И реально чей-то аккаунт взял и просто на нем открывает кейсики. Я не знаю, он это что ли 100 лет копил. Чуть-чуть, чувак, много денег. Алло. Да, есть у него. Какие-то карты. Да еще не что-то. Ну, что ли, какие-то подключи. Ты услышала меня или нет? Осовик. Андрей, какой-то. Осовик. Это мама. О, первая. Сейчас пойду. Да. Ну, продолжаем. Мама закончила уже разговаривать. Так, начинаем. Продолжаем. Нету на этом аккаунте, получается, вот этой вот фигни. Ой, не лагает. Стой, сейчас перезайду. Так, мы продолжаем насчет чересчур жесткие лаги на игре. Что-то она снова не хочет загружаться. А, все. Продолжаем. Я не смогу посмотреть карту. Ой, я что-то открыла. Я что-то открыл, я ничего не понял. Выпала, сука, мега плохая карта. А, мы продолжаем открывать эти кейсики. Что нам выбить с этих кейсов? Гонча. И громовержец. Хм, прикольно. И не знаю, тут там какие-то точки, я буду по этим точкам зеленым придется. Давайте посмотрим. Какие-то лаги просто. О, призрак. Призрак. Давайте продадим. У него нет вот этих загрузочных карт, которые не подсвечены. А нам не интересуют, какие у него... У него все легендарные карты на аккаунте. Я просто в шоке. Я не знал, что у него все легендарные карты. Получается, нужно продавать все легендарные карты. What? Он. О, у нас дровосек и ночник. Я не знаю, но он, наверное, 100 лет собирал, поэтому... Я не знаю, что сказать этому пацану. Опять лагает.